Всем привет, ребят. Ну что, поехали, будем пробовать выбивать нового героя, как обычно. Не люблю я брать, искать чужие аккаунты, я люблю делать все сам. И сейчас мы попробуем выбить нового героя, посмотрим какой он, посмотрим, что он из себя в действии представляет. Возможно, нам не хватит самиков, чтобы его выбить. Все может быть. Так, Фрэнки, посмотрим. Что у нас получится, если сильно мучиться? Ну, как видите, уже реально падает неплохо. Ну, давай. Смотрите, как ПБшки падают. Это жесть. Ну, что я могу сказать вам по обнове? Можете посмотреть обзор. Краткий. Честно скажу, не особо радует. Магазина я так и не увидел. Снижение цены Фрея, ну просто жесть, ребят, падает круто. Снижение на камни я не увидел, как обещали. Новый талант добавленный, имба талант, судя по всему, тоже его потестируем. Добавили новые скины, это тоже реально печаль, потому что, ну, они добавляют еще дополнительно статы, то есть дополнительно можно будет качать. Они новые, то есть я считаю, это еще один, это знаете, как у нас было 20-й командора, 20-й прорыв, потом 30-й ввели, скоро будет третья эволюция, 9-й таланты, думаю, ведут, ну их по-любому не таланты, а руны, это будет по-любому. Смотрите, ребят, вторая Фрей, нифига себе падает, это жестко реально, не знаю, сколько у нас там самоцветов было. Ну, в общем, дохрена разной дичи, которую я не понимаю, и вы тоже, думаю, не понимаете, потому что, ну, это реально бред, как по мне. То есть, такое добавляет, что действительно, нафиг не надо. Вот зачем мне еще одни скины качать? Я только эти докачал, я не говорю там про обычных людей. Новый герой, ладно, мы уже смирились с этим. Ну, талант, опять же, топовый. На битве гильдии, я думаю, он реально будет тащить в дефе. Посмотрим, в общем. Так, ну падает, конечно, круто, но мне нужна новая имба. Как обычно, за копейки желательно. Не выбьем, то не выбьем. Знаете, там особо переживать. По-любому мы, конечно, выбьем, потестируем. В общем, вот такие вот пироги. Не знаю... Махатма жестко падает. Бигфут, посмотрите на этот дроп, это просто жесть. Может, вы мне еще нового героя выбьете? Так, сейчас, секунду, ребят, подкручу админ панельку. Почитерим. Так. Все, чит включили. Поехали дальше. Все такие поверили сразу же, что там чит какой-то. Так, сейчас, что там у меня? Нету его еще. Не, у нас только космо последний. Поехали дальше выбивать. В общем, что я могу вам сказать? Реально не радуют. Да, множество полезных вещей, но реально обнова не особо меня радует. Новые скины. Реально жесть полная. Новый талант. Жесть полная. Новый герой. Ладно. И все. Так, знаете, вроде как бы и обнова, но ничего полезного я пока, по крайней мере, не вижу. Посмотрим дальше, возможно, что-то еще мы упустили. Оптимизация, там три команды можно собрать. Честно говоря, фигня полная. Сейчас вот так, может, мы опять его пропустили. Нет, конечно, мы его не пропустили. Поэтому пишите в комментах, что вы думаете. Ну, печально, 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 что они ничего не меняют. Так, мы 1060 уже переролили, я думаю.
Третья Фрея там, или какая уже. Ну, это уже, раньше, помните, мы выбивали Фрею. О, Фрея, сейчас смотришь, раздали Анубисов. Ну, раздали Анубисов, когда они уже вообще не актуальны по сравнению с другими героями. Ну, хотя бы раздали. В общем, вот как-то так. Есть полезные вещи, есть реально унылые, унылые обновы. Нафига вот это вот было все штамповать? Сделали бы какие-то прикольные темы со старыми героями. Но, к сожалению, они нас не слышат. Лазуля. Ну реально, ролить вообще в кайф. Герои падают просто топовые. Асура. Варлок. Где моя белка? Знаете, еще... Ну, то, что печально, то, что не знаешь, как он называется. Если было бы на русском, можно было бы быстрее ролить. Капитан Дрейк. Реально печаль. Падают реально кайфово, Олеги. Обалденные, смотрите, как паладинов сыпет. Но я надеюсь, мы хоть на этом, на английском сервере выбьем его. Там хоть самиков хватит. Ну давайте уже, я уже устал щелкать. Сейчас мы начнем, как обычно, трэш. Короче, не знаю, ожидалось, но магазина нет. Вот интересно, когда они гильдейские магазины, они пообещали, написали камни нам. Вот самое обидное то, что они камни не удешевили, хотя обещали. Я не вижу удешевления цены. 400, как и было. Хотя обещали, что сделают их подешевле. Но, судя по всему, они подняли просто награды, типа, и вам. Так, пора уже. Админ панелька, давай. Ну, рыцарь это, конечно, супер. Так, давайте на. Как думаете, выбили? Нифига. Эх, жизнь, боль. Поехали ролить дальше. Бигфут. У-у-у, есть, ебой. Ну что, поздравляю. Поздравляю меня, ребятушки. 100, где-то 130к самого ушло у нас акции сегодня на трату. Похоже, знаем нету, да. Ну, в общем, такие вот дела. Там мешки у нас, кстати, новые ввели. Я их пока не вижу. Потом посмотрим. Думаю, на английском сервере это будет быстрее. Такие вот дела. Новая имба у меня уже есть. На аккаунте. Огонь. Даже не ожидал, что мы так быстро выйдем его. Поехали посмотрим на эту белку. Как он выглядит? Бум. Красная фракция. Хорошо. Значит, критовый пацан. Опа! О, ничего себе! Жестко. Вот такой вот он. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Ждите обзорчика уже на минималках, на максималках. Всем такой же удачи, только поменьше с лицамиков на ваших серверах. Всем пока!